купил 5 миллионов этой желтой жижи. Потратил примерно 850 диванов. Для обмена использовал карточку Imperial Legacy. В пул хороших нужных карт добавил карточки от 10 си. Результат после полного инвентаря карточек. Обмен всего инвентаря занял примерно 500 тысяч лайффорса, или 85 диванов, все 60 карточек. Дальше здесь вы видите результат после 2,5 миллионов. Половина пути. Или 4 часа. Половина заняла. Приближаемся к завершению. Осталось каких-то 25 тысяч. Тут у нас в подписи внизу небольшая ошибочка, это у меня заняло 8 часов, а не 9, но все равно не быстро. Я посчитал, что 5 миллионов лайффорса равны примерно 71 428 стакдеков. Но в стакдеках не могут появляться некоторые карточки, которые в этой лиге ограничили в пуле. Карточка анонимис у меня выпала, с стакдеков она не падает. В общем, результат я уже знаю, вы его увидите буквально через несколько секунд. Могу сказать, что я не разочарован, то есть я это делал ради интереса, а не прибыли. Хотя я думаю, что такие карточки пару лет назад дали бы прибыль. В следующей лиге надо прямо на старте попробовать сделать то же самое. Предполагаю, что выйду в плюс. В общем, я оказался в минусе на 300 диванов. На этом все. Как обычно, подписки, лайки, комментарии, все такое. Смотрите другие видео из шортса. В прошлом видео я анонсировал раздачу подписок в Дискорде, так что залетайте в Дискорд. Подписки там висят часами. В том числе еще никто не забрал подарочный список, который я выложил 3 часа назад. Всем подкрутки в крафте.